20, корпус 1, Борисовские пруды, дом 39, дробь 12, и улица Алма-Атинская, дом 2. И еще раз повторяю, все это на сумму 99 171 997 рублей 43 копейки. Обращаю ваше внимание на то, что еще данные объемы работ будут проходить экспертизу. По результатам экспертизы может сумма быть немного уменьшена. Если сумма будет уменьшена, это не означает, что меньше будут проводить благоустроительных работ. Это означает, что объемы работ будут выполнены в заявленном количестве. И данная сумма, которая разница суммы снижения, она пойдет в экономию, которая потом, соответственно, также будет распределена на благоустройство района. Вот. И также нам в рассылке были примерные виды различных малых архитектурных форм, которые будут на внутридворовых территориях. Они тоже на данный момент еще носят в себе проектный характер, потому что могут быть, соответственно, незначительные изменения в той или иной форме. Поступало в аппарат Совета депутатов каких-либо предложений изменений, то прошу согласовать данное решение с приложением 1 и 2 в том виде, в каком оно направлено. Спасибо, Дмитрий Александрович. Уважаемые коллеги, есть еще какие-то добавления? Коррекцию внести, Борисовские пруды, 24 года. Какие? Вас поставить основным? Нет, не на потоках. А, это у нас, да, извиняюсь, это у нас второй. Уважаемые коллеги, депутат второго избирательного. Волков, может быть, я так в Ладоге проживаю, могу быть основным депутатом. Ну, я тогда, если не возражаете, могу быть резервным.